Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Привет всем, дорогие друзья! С вами Гудхант, с вами Light of Heaven. Это гранд-финал квалификации International в регионе Азии. Это MVP Phoenix против Arrow Gaming. Мало кто ожидал такого гранд-финала, по крайней мере, MVP явно никто не пророчил, то, что они до сюда доберутся. Но они тут. Ну, MVP характер показали и прогрессировали на самом турнире. Ты смотри, вот так вот, по чуть-чуть, они, так глядишь, и на International призовое место возьмут. Кто его знает, что они сделают за два месяца. Кстати, да, у них времени до International еще ой-ой-ой, сколько можно поанализировать, там подготовиться и так далее. Что, у нас, наверное, будет немного статистики. По командам, все-таки гранд-финал, Best of 5, преимущества ни у кого нет. Вот составы команд: Arrow Gaming, Джонни, Ланс, Сянгзай, DDZ, Мозун. Против MVP Phoenix: Марч, Хин, Рейзин, Форел и Кво. Да, эти лица надо запоминать, они уже по-любому будут в Сиэтле. Ну и статистика команд, количество убийств примерно равное. 23,5 у Arrow Gaming, чуть больше убивает MVP, 23,8. Ну и умирают они, кстати, значимо больше. По ассистам идеальное соотношение. Ну и у нас подошел уже к концу пик. MVP Phoenix, Trend Protector, Джакира, Сларк, Кинг и Темплар Ассасин. Очень много миличных героев, действительно. Псиблейдс, я не считаю, что это огромный рейндж, с которого можно пулять. Не, ну сейчас мы, да, тут проанализируем полностью пик. А у Arrow Gaming у нас Фурион, Ксиангзай, на аппарате Джон, Лейнс, Мозун и ДДЗ. Вот смотришь на пик, и первое, что бросается в глаза, это у Arrow Gaming 4 героя, которые контрят всех милишников. То есть у нас Вич Доктор с кайфом накрывает и ставит вард. У нас Дарксир, ну это просто сказка, можно даже вакуум не ставить, просто стенкой пошел. У нас показывают вот Arrow Gaming. 68% винрейт, очень даже неплохой показатель, тем более 44 игры сыграны, это уже не то, что там 5-6 игр и вот по ним стата. То есть Рубик 81% винрейта. И самое интересное, то что ни одного героя вот из самой крутой статистики они не взяли. Они набрали тупо все, чем видимо, вообще не играли. У меня ощущение, турнира, что они сейчас просто хотят сделать какой-то Symphony of Skills и попасть в топ. Потому что, если посмотреть, аппарат, Void, Фурион, Доктор и Дарксир. Все это сделано под одну большую связку и комбину. То есть даже там тот же ульт Фуриона и... Мне интересно, что они будут делать, если вот эта комба пару-двойку раз не заедет в файте. Там не то накрылась там, или Вич-Доктор не смог ультимейт поставить, никого не убили. И что, потом, ну, как играть? Ну, здесь очень тяжело не заехать комбой, когда на тебя бежат 4 мили. Вот. Тебе даже не надо никуда прыгать, ты просто стоишь, жди, пока тебя начнут бить. И как только наши ребята навалятся на одного героя, то Купол, Вортекс, Варды... Ну, блин, как там? Вард, Вич, Доктор, и все. И все умирает, падает. Статистика по MVP. 41 матч вместе, 58,5% винрейта. Самый пиковый герой также Рубик, но винрейт чуть меньше, 70%. Следом идет Сларк, тоже 70% за 10 игр. Неплохо. У нас это расходится по линиям. И... Вот Сларк, No Flame. Меня уже это немного пугает. Я это видел пару раз в Фнатиках, и все разы мне это не понравилось. Я это еще видел не только Фнатиков, а я вообще видел, в Европе такая мода была, когда его подняли, все такие: «О, имба, этот герой идет на хардлейн, он стоит, терпит, на 15-й минуте он выходит с сапогом, ну, с ПТ-шечкой, и ничего не делает потом». Да, мне тоже кажется, оффлейнер, он должен быть каким-то... Независимым от айтемов. Да, во-первых, независимо от... типа Дарксир. Зачем айтем? Ему нужно сделать вакуум, кинуть щиток, и всех поубивали. Либо Тайтхантер нажать красную кнопку. Либо Фурион прилететь в любую точку карты, там
помочь. А что может Сларк? Сларк, ну... Он варды может находить. В принципе, у него есть свои бонусы. Независимо от айтемов, он может спалить нахождение варда на карте. Ну, учитывая то, что у нас сейчас больше доминирует на азиатской сцене драки 5 на 5, с отсутствием каких-либо ганков и сплитпушей, то эта билка тоже себя не будет показывать. Единственное, что он хорошо делает, это развлекает противника, потому что если его будет нечем зацепить, или он сможет сбрасывать своим дефпактом какой-то скилл, то присануть его будет очень тяжело, но... У нас Вич-Доктор 57 урона с руки, за ним аппарат 51, еще Челинг-Тач на 50 урона, и Сларк, по-моему, сейчас заревет. Сларк будет стоять на Харлене и мечтать куда-то свалить с первого левела. Свалить ему некуда, леса он фармить не может до 6 уровня, там ему нечего ловить. Мешаться кому-то на лайне, я думаю, он тоже нужен. Кстати, Дарксир отправляется в мид, и... Очень, в принципе, неплохо он себя будет чувствовать против Ланая, у него рефракшн будет моментально слетать из-за щитка, и не так-то и сладко здесь будет стояться. Но это DDZ, он очень сильный. Да, есть еще одно преимущество, которое вот мало кто использует в Дарксире, это помимо того, что вы пушите на центре Ланая и забираете весь фарм, то вы еще каждый раз ходите вот в этот лесочек и забираете спаун крипов. По итогу это будет просто оверперефарм. Тут у нас пока пауза сверху. Фурион прекрасно выпилил для себя крипов, учитывая то, что против него три героя, которые никто не может остановить пеньков. Ну и по итогу, пока Сларк у нас стоит первого левела под тавером, то Фурион сейчас второй с половиной уже точно будет. Да, Фурион здесь будет чувствовать себя гораздо лучше. А, вообще, не знаю, как по мне, пик Ару, они прям с самого начала заявили, типа, мы сейчас будем на вас комбину мутить. Как по мне, пик Ару, он был, когда вот берут Вайда, такое ощущение, что это был какой-то вызов для MVP, и MVP вместо того, чтобы набирать контру, они набрали все, чтобы эта комба осуществилась, так как, ну, нереально вот этими героями вообще Вайда убивать. У нас нету бурста, все, что мы можем делать, бить только с руки, а махаться с Вайдом, у которого пассивка, и вторая пассивка, то очень тяжело. Там, действительно, вот вместо Фуриона еще Магнуса осталось взять. Ну, да, и да. Чтобы вообще шансов никаких не было. Типа, кинул им пауэр, чтобы даже потом Фьюри не собирать. Стащил всех в толпу. Дарксир там вакуумом стенкой накрыл. И все. Типа, чтобы драка заканчивалась со звуком вакуума. Просто нету никого. Ну, все. Изи. Да, единственное, что в этой ситуации бы реально спасало вот такой расклад по пику, это если бы у нас был Кэрри Сларк, который бы брал себе фаст левел на легкой, который бы смог у нас напрягать Фуриона, в то время как MVP пошли бы триплой в харду, и тогда бы у нас было давление. Но сейчас что мы имеем? Кэрри в рейскин, который по игре делает только что бьет крипов и больше ничего, он не гангает, не спидпушит такой кусочек. А Сларк, он как раз герой, который может все, его отправили на хард, и сейчас Феникс, они усложнили сами для себя задачу. Да, Кингу что, сейчас соберут ПТ, следом надо будет даггер собирать, по-любому. Ну, то есть без даггера он не может добраться, в принципе, до цели, он пока дойдет пешком, это уйма времени надо. То есть это минус 2100 денег в никуда, то есть не появится ни атака, ни выживаемость, ничего. Войду ничего не надо, у него есть таймволк, прилетел, накрыл. Ему даггер нужен, он может даже какой-то сейчас мом собрать под чилинтачей, настукивать очень-очень больно. Да и Battle Fury. С четырьмя милишниками под Battle Fury разговор здесь будет короткий. Так, ну и пока, в общем, все складывается в пользу Aero Gaming. Как мы напомним, эти ребята блестяще у нас выигрывают early game, то есть они стабильно захватывают преимущество до 20 минуты, но после 20 минуты у них все время что-то происходит на карте, и они все учатся тому, как бы заканчивать игру. За 20 минут. Многие команды, наверное, хотят этому научиться. Закончить игру за 20 минут. Achievement unlocked. Тут у нас деревце. Деревце бегает на хосте, хочет он выйти на Фуриона. Лайн у нас пушится, есть Race King, есть Twinhead Dragon. Это огромный шанс убить Фуриона, потому что... Да, можно сид. Вот уже сейчас надо выходить. Да. Пошел сид. Айспэд. Цепанули, должен быть стан. Пошел стан, но это минус Фурион. Слушай, мы тут расхваливали с тобой Арроу, расхваливали, а по итогу First Blood... Ну, по итогу руна. По итогу руна нету вижена у Арроу абсолютно нигде, учитывая, что единственный способ забрать Фуриона — это его обойти. И самого ключевого варда нету. В итоге MVP они сейчас наказывают. Обычно, когда ты не ставишь варды вот на руны, вот на эту, то по закону подлости все руны появляются там. Причем самые неожиданные. Сейчас еще одна может появиться. В этот раз снизу Сларк у нас законтролил. Ну, Сларка
первый уровень по-прежнему. Еще проблема у Фуриона, ему очень трудно сделать тэп-аут. Есть лейны, где тебя нечем подцепить, там нет станов. Если было бы тут только дерево и, допустим, даже тот же Джакира с айспедом, он мог бы успевать после айспеда улететь. Но со станом еще и Кинга, то тут без шансов. Да, вот тут он развлекает всю команду, начинает он потихонечку забирать крипов под тауэром. И теперь очень тонкий момент. Почему Фурион не идет в лес? Потому что сверху Рейс Кинг, который как кэрри, ну, не самый сильный, в то время как у Фуриона на легкой линии стоит Войд. И вот Войд как кэрри, наверное, один из лучших вообще кэрри в игре, потому что у него слишком крутые абилки. И в итоге Фурион выигрывает время для того, чтобы защитить свои ТВРа. В общем-то, пока делает все правильно. Тут деревце у нас бегает, и нужно это деревце. Да, если бы он ушел сейчас в лес, лайн бы мгновенно начался пушить. Они бы забрали Т1, они могли бы даже пойти на Т2, в принципе. Ой-ой-ой-ой. Тут выходит у нас Дарксир, начинает преследовать деревце. У Дарксира нету сапога, деревце дает семечко, нужно урваться. Отличный блок пеньками, Фурион подгоняет, давай, давай. А он же никуда не уходит, там сюрж есть, да. В любом случае, ответочка. Дарксиру достается килл, что очень даже неприятно, потому что почти пятый уровень. Темпларка выиграл какое-то количество опыта, стоя в это время в медле, и без проблем там ласт хитя. По крипам, кстати, 19-10 у Войда, 17-0 у Скелетон Кингом, 16-7, Темпларка в медле. Вот Дарктир пока немного отстает по крипам, 10-1. Не знаю, фармил ли он лесные крипов, по-моему, он не фармил их. Не, пока нет, на ранней стадии у Темпларки легкое преимущество, она добивает очень хорошо крипов. Да, я думаю, будет, когда четвертый щиток, уже не так просто ей будет. Да, и теперь мы обратим внимание на Сларка. Сларк у нас бегает на харде, 4-я минута. У него нет вообще ничего, кроме щитка бомжа. Вот, что показывает. Нет, это грейженный щиток бомжа. Грей, нет, есть, да, щиток бомжа. И ему некуда идти, он не может у нас пойти в лес. Он у нас даже не может пойти роумить, потому что в центре Дарксир, который на него ложил. И он даже не сможет пойти наверх пушить, в то время как вот Фурион, он у нас герой мобильный, он может все. И в любой момент сможет полететь вниз и запушить. Тут у нас идет выход с большой пачкой крипов на низ. Да, появляется рецепт на мидас у Войда. Соответственно, ранний достаточно будет, 5-я минута, тайминговая. Ну, может, начало 6-й. В любом случае, очень неплохо. Войду, я считаю, мидас очень даже неплохой артефакт, потому что ему нужен уровень, чтобы прокачивать абилки. Они у него все полезные абсолютно, соответственно, получать левел это необходимость прямая. Плюс он дает атак спид. Атак спид ему тоже очень нужен, потому что урона в куполе наносится за счет таймлока очень много. Семечко выходит у нас на Фуриона, начинает оно посеять жизнь, врывается Твинхед Дрэгон, врывается в Рейскин, идет за Фурионом под тауэр, но тут получает марш. Подходит у нас. Ой, замерзнет ведь. Это минус марш. Реинкарнации нет. Начинает у нас бить марша, пенек стоит, но нет, пенек не помог. В итоге у нас убегает, у Фуриона телепорта нет, и марч выживает. Тут у нас подходит Дарксир, начинает он искать Твинхед Дрэгон. Твинхед Дрэгон у нас убегает, подходит аппарат, подходит Фурион. Ну и нужно просто руки убивать. Вся команда стянулась, ты посмотри, вся команда стянулась у нас за... Каски, подблочил. Ну это еще один фраг для Дизи, наверное. Нет, заберет, наверное, Вич-Доктор. Ну пришлось, иначе бы отдался Тавару, и вообще непонятно, кому бы хилл достался. Вич-доктор, он давал любезный килл, но поскольку игре убежал, то увы. Тут пока у нас случилась перетяжка, Сларку он очень рад этому, ну, произошедшему, потому что теперь он способен быстро получать свой левел, но и пока в MVP, ну, все более-менее. То есть Сларк все-таки умудрился у нас получить левел, поскольку Arrow пропушили лайн, и при этом у нас часть героев сверху хорошо прессанули Фуриона. Единственное, марш вот у нас покупает ПТ, но... Как я говорил, ПТ следом либо дагер пойдет, либо в какой-нибудь мордиган, может быть. Тут вопрос от того, как они хотят отталкиваться. Затягивать игру им здесь нельзя, против них играет Войд. По-моему, логично, что если проиграть 40 минут, то можно потом просто не выйти из купола и... Ну, тут можно сказать еще пожалуйста. Тут помимо того, что против них играет Войд, против них еще играет и Дарксир, кстати, который тоже делает мидас. И еще аппарат это вот. С Вич-доктором это герои, которые просто уничтожают миличников, причем фактически в любой стадии. Вот особенно Вич-доктор подчеркну, потому что его палочка с аганимом, она, ну, творит чудо. В замесе. Тут у нас снизу дальше Сларк развлекается, сверху MVP понимает то, что нужно пушить тавер и продолжать стягивать противника, потому что если этого не делать, то Сларк будет вообще в тяжелейшей позиции. И очередной выход. Тут подходят пенечки, начинают задувать, ауе нюки, бить тавер. И этот тавер лучше уже всего отдать, тут очень тяжело его защищать.
Так, а реинкарнации еще нет. А может стоит подраться, слушай, пока у СК нет реинкарнации, он пятого уровня. Ну, Фуриона цепанули. Драться, ставит тавер, тавер забирает, бьют Фуриона, гонит нас в райскинг. Райскингу очень больно, врывается Войд, Смидаса начинает нарезать, убивает Марша, гонится за Трентом. Также у нас убегает Джакира, гонится за Фурионом. Фуриона Дактер прекрасно спасает, и в ответочку надо нарезать. Это у минус нас... 3 будет, минус 3 просто впустую, никуда его не отпустят. Конечно, до касок еще 6 маны, закрывает Фуриона, они даже тут не понадобятся. Как я и говорил, подраться можно было, потому что реинкарнации нет. Скелетон Кинг там слишком перебоковал, у него было меньше половины хп, он куда-то ломился, бил этот тавер, вытанковал его. И, соответственно, под чилин-тачем там саппорты скинулись по тычке и, грубо говоря, раскидали его. Дерево тоже не особо боеспособный юнит на втором уровне, когда у него первый линк армор и один сит, как бы, что он может сделать. Тут прилетел Войд, и к счастью, что у Войда не было купола на тот момент. Так бы вообще оттуда никто не дернулся. Ну вот, посмотрим мы по уровням, мы увидим одно интересный момент, да? Дерево второй левел. Дерево второго левела сейчас уже в игре фактически не делает ничего, потому что этот Лич Сит, он, точнее, Ливинг Армор, он дает очень мало. То есть ты даже никого не способен спасти. 20 блок дэмэджа. Сейчас уже у всех дэмэдж очень сильно растет. Тот же Воед с ПТ имеет уже 82. Да, то есть если вы на дереве, ваша главная задача это вкачать... Ланая! Идет за Войдом. Там есть купол, он сейчас может ее... Нет, не стал, мог просто за вышкой накрыть. Фурион погибает. И там на ботами драка. Ну, Сларк, ты смотри, нормально разворачивает, только Дидизи его сейчас чеманет, ведь вышка, выстрел и... Врывается матч, начинает фокусить Дарксира. Дарксир у нас убегает на Суржея. Вич-доктор хилит, начинает бить, но бьет он очень медленно. Забирает нас Вич-доктора, падает в Рейс-Кинг. В Рейс-Кинг, кстати, завязал стан и умер. Да, я тоже заметил, что у него была реинкарнация, но из-за того, что он кинул последнюю тычку со станом, маны не хватило. Прилетает сюда Фурион. Начинает бить темпларку, это пока не самое лучшее решение, нужна подмога, подходит у нас Дарксир, дает у нас щиток, начинает... Вот теперь нормально. Забирает... Пошел Силентач. Забирает все дружно Ланаю. Ну и пока у Эра все работает просто шикарно. MVP сами лезут и фидят их команду. Во второй раз они забегают под тауэр, во второй раз под тауэром оказывается вся команда Эра в стпшек. И в итоге Войд, Фурион и Дарксир, которые делают мидасы, убивают... нас в Рейскинга и прочую команду, которая пакуется на статы. Это сигнал. Когда ты с мидасом, ты должен терпать. То есть, ну, у тебя артефакт, который единственное, что дает, это чуть-чуть атак спида. Все, больше ничего. И когда ты с этим артефактом убиваешь, и помимо этого еще и получаешь кучу золота за него, да, это... Противник так сейчас посмотрит, подумает. Третий мидас. А не купить ли мне мидас и не напасть? Вот у нас нападает на аппарат, в очередной раз под товар подходит у нас Вич-доктор. Ну, аппарат у нас, естественно, сразу падает. Каски, пошли. Нет. Попрыгали. Хотя нормально, смотри, одну треть хп он ему снес. И MVP нужно идти и нападать дальше. То есть им нужно наказывать 3 мидаса, потому что с 3 мидасами в лите вам будет очень, очень жалко. Но при этом нужно не драться под товарами. Тут у нас в Рейскинг в очередной раз идет, производит забег. Рядом находится Фурион, гонится на Вич-доктора. Айспас мимо, врывается Марч, начинает нарезать. У нас подходит Фурион, подходит Темплар, там фокусит Вич-доктора, но никого нету. Вич-доктор погибает, нет, выжил, тычка из Милдань, стан. Да, никого нет, врывается аппарат, начинается у нас экшен, подходит Дарксир, отличная стяжка стенкой, это минус Рейскинг. Рейскинг сейчас появится, Темпларка, да, Темпларка у нас умирает, и бежать у нас надо маршу. Не хватает маны на спруты, так бы, наверное, его бы забрали, хотя, возможно, Дарксир поможет чем-то. Нет, Дарксир просто... Что это за прикол был в медле? Хедрэг у нас хотел забрать тавр. Он забрал тавр, да, но по итогу он фиданул Дарксира. И да. У Дарксира сейчас уже совсем скоро будет мека. Интересная выходка была от дракона. Не, еще Дарксир, кстати, даже не попытался заденайт тавер по какой-то причине. То есть он горел под ликвидфайером, можно было подойти, сделать тыкулю. Тем более атаки у Дарксира нормально так, он не жалуется на тычку свою 93. Ну, дерево, кстати, неплохо поднялось, заметьте. Дерево отлично поднялось во всей этой движухе, пока вся команда сражалась, но оно было бесполезным, потому что, вот, подчеркну, когда вы качаете Living Armor, то с 1 по 4 левел он сила возрастает в 4 раза, и при этом у вас количество вот этих вот стаков возрастает на троечку, то есть фактически ваш Living Armor усиляется почти 8 раз, да. И это не считая реген, и поэтому, ну, нельзя бегать первого левела по карте, ничего не делать, то есть обязательно экспу, но ее надо набирать.
Тут у нас MVP делает мув отчаяния все-таки. Да, попытка хоть как-то перевернуть игру. Ситуация тяжелая, но из того, что мы видим, они будут долго забирать этого Рошана, потому что левела у них довольно-таки маленькие. Да. Мне нравится запак, во что пошел Войд. Он тупо решил собирать аганим. Ну, потому что Вич-доктор и аппарат, они тоже будут крутить, причем сильно. Ну, учитывая то, что на ранней стадии тебя прессуют, причем прессуют довольно сильно, то есть такой запак, правда, он не его делает, это когда ты покупаешь ПТ на силу, а сверху еще Огр Экс, и у тебя плюс 1 миллион хп. По итогу забрать тебя очень тяжело, помешать фармить тебе тоже очень тяжело, это вот так Бёрнинг делал на финале Старладера. Ну и выглядит это довольно грозно, потому что ты выступаешь с, ну, таким танком, сейфовый вариант. Ну что, есть Мека, есть Мидас, Дарксир уже 11 уровня, не стал дальше качать стенку, на единицу ее оставляет. Я думаю, дальше про Макси. Вакуум уже есть 4 уровня, грубо говоря, под инициацию вот этой комбо-вомбы уже все готово, можно спокойно начинать. У аппарата тоже ультимейт есть, 6 уровень, так что ребята, я думаю, уже готовы подраться 5 на 5. Да, ребята у нас готовы драться 5 на 5, причем как бы это смешно не звучало, но это ребята из эров готовы драться 5 на 5, а не MVP, у которых там... Скелетон Кинги и так далее. Да, и ребята в 3 Мидаса идут пушить у нас Тавара и смотрят на это MVP без Мидасов и понимают, что что-то тут неладно, ребят, где-то подстал. В итоге у нас идет стяжка, прилетает у нас Маш, прилетает Винха Дрэгон, но небольшая ошибка, потому что ребята вот прилетели с ТП. Зачекали Рошана, знают, что его бьют, по темпларке еще шлейфом прошла. Ульта аппарата, и теперь уже не так все просто. Темпларка, ну, темпларка будет дальше продолжать его пилить, понимая, что ей вообще нечего делать на этой карте. Все-таки 3 кэрри у команды MVP, и в 3 кэрри воевать на ранней стадии против бойцов очень тяжело. Ну и по итогу у нас что-то она побила его. Побила, да, побила, и понимает, что ей просто маны не хватит, потому что все-таки и фрекраш, и мелт. Очень грамотную вещь сейчас делают Таро. Они полностью все внимание стянули с Войда. Войд отфармил лайн, теперь смещается в мидл, где крипы подошли. И спокойненько фармит. Сделать ему что-либо трудно. 1000 с лишним хп. Сейчас еще переключит ПТ, и к нему, я так понимаю, летит Огр Клаб. Да. И для эров сейчас начинается довольно самая приятная стадия игры. Забрать Фуриона в соло одним, даже двумя героями очень тяжело, потому что у него хорошая способность к выживанию за счет спрутов. Все-таки не так много спилов у нас вообще могут увидеть его в этих спрутах, и он сможет улетать. Ну, трэп единственное, что можно закинуть. Да, и герои у нас идут, вот идут, начинают пушить, ожидая то, что Фурион в любой момент приедет. И MVP нужно в очередной раз стягиваться на центр, и нужно нападать сразу, нужно как львы врываться в эту толпу и не позволять бить свой тавер. Да, у нас врывается Слайк, нападает на Фуриона. Фурион ультимейт дал. Врывается у нас Войд, ставит купол на двоих, фокусит Маша, стоит у нас палочка, отличная стяжка, Дарксир по троим, стенка по троим, и вот она вомба-комба. У нас минус 2, в Рейскинг выкупается, подходит темпларка, и надо бежать. Надо бежать у нас Маршу, Марш бежать, да, правильно сделал, что достанет Фуриона, но от таких ребят ты не убежишь. Как все просто. Как все просто, действительно. Это всего-то 15-я минута. Войд, Фурион. Вроде такие герои-то, которые на 15-й минуте начинают только раскачиваться. Да, типа у Войда должны появляться только сейчас какие-то айтемы, чтобы не то чтобы драться, а где-то выживать, там подфармить и так далее. А они делают минус 4. Они делают минус 4, причем, если вы видели, как легко, то есть вся команда Эру, они все фуловые, их даже, ну, их даже толком не побили, то есть единственный какой дэмэдж зашел, это от Сларка, и вот тут, ну, пока вот аутпик, он слишком сильно сказывается. А самое жесткое то, что такой комбо-вомбы, это не блэкхоллы, которые можно повторять только через 3-4 минуты. У Войда сейчас появится аганим. Кулдаун ультимейта вообще копеечный, то есть минута будет. Дедвард, сколько там? 80 секунд. Да, то есть, ну, ульта аппарата вообще забей моментом кулдаунится. Соответственно, они могут это повторять? Просто вот, я не знаю, пока герои реснулись, все откатилось и продолжение банкета, как говорится. Поэтому есть иногда задумки, когда реализовали, допустим, ребята Black Hole, там, РП или еще что-то, и ты, пока этого нет, можешь что-то поделать. Пойти там подраться, ты знаешь, что этого нет, ульта там, Тайтхантер или еще что-то. А тут ты пойдешь драться, а у них все опять готово, они тебя опять наваливают в пятером. Так что... MVP у нас в очень интересной ситуации, да, потому что Войд у нас уже закончил купол. И теперь такой момент. Arrow, все, что надо для вообще, ну, для этой игры, это просто паковать хп, потому что все, что надо, это не умереть. Если они не умирают и просто кладут свои спилы, то они драку 5-0 без шансов выигрывают.
А MVP нужно каким-то образом на карте нафармить 6 слотов с Ларку в Рейскингу и Темпларке, потому что без слотов эти герои ну, вообще не делают ничего. По-моему, задача Arrow Gaming сейчас намного попроще. Купить брейсеры или затарить 6 слотов. Есть такой маленький разнос прям в сложности выполнения задач. Да, но зато MVP перспективы. Смотри, какие. Сларк рывается на Фуриона, Гоинса, он начинает набирать стаки, включил барабаны, хотел пойти до конца, но Фурион просто делал тэп-аут, да. Пока у нас Фурион делал тэп-аут, Твинхед Дрэгон тут откинул свой, наверное, единственный нюк вообще во всей команде. Теперь его нет, теперь я уверен, что MVP нужно бежать прямо сейчас, потому что нельзя без этого, ну, ультимейта воевать. Я думаю, у нас эта игра будет скопищем хайлайтов. Мы прям топ-10 с нее только сделаем. Ну а что, а вот чем врываться, вот чем законтрить Вайда? Слава. Ни одного сайленса нет, то есть купол ему ничего не помешает поставить, и вот он запрыгнул, ульт аппарата, по двоим, стяжечка, детвард, это минус два. Это причем, смотри, как не пожалели они. А что жалеть через минуту? Минуту подождать, повторить, то есть, ну, контрить нечем, заткнуть Войда невозможно, ну, то есть, его и так-то было бы трудно заткнуть, потому что у него есть бэктрек. Типа, шанс, что он отразит какую-то фигню огромен. А тут вообще нечем. Единственный стан, который есть, это Кильтон Кинга. Да, и это на самом деле пока мы видим, это полный провал, потому что как бы у призовой фонд уже почти 6 миллионов долларов, а тут мы видим такое, что у нас ну вообще игра в одну калитку и сделать вообще нечего. Да, тут вот если мы видим графики... Ну, они не настолько ужасны. Не настолько ужасны, но мы опять же повторимся, что весь лейтгейм он в пользу Arrow, то есть как бы... Вот такой график должен быть у MVP, причем вниз, и уже желательно, чтобы было на 6-7 тысяч, ну, стабильно. В итоге, то есть он... Для MVP ставишь вообще нереальные задачи какие-то сегодня. Типа, 6-7 тысяч, ну, блин, ну... Arrow переигрывают пока оппоненты. Я не знаю, по личному скиллу, по задумке, по всему. Возможно, они и пикнули... Возможно. Такую штуку, потому что знали, что переиграют. Да, как-то готов с кем угодно сыграть 5 на 5 КВ. За пик Arrow любой, кто хочет пик ВМП, взяли и поехали. Любую ставочку. Тут у нас аппарат в очередной раз понимает, что единственное, что вообще, наверное, ВП могут сделать во всей игре, это забрать Рошана на крысу. Летает у нас ультимейт, начинает он их проседать, и нужно просто стягиваться, потому что, по-моему, один Дарктир может забежать в толпу, и дать стенку, да, и ему ничего не будет. И в итоге у нас идет стяжка, подходит у нас Войт, у Вайда есть купол, MVP это понимает, врывается на Твинхедрэгон, Твинхедрэгон уну больно. Да, Войт, правда, вот так масенькой тычечкой убивает. По-моему, даже аппарат больше накручивает. И теперь эти приветы по Рошану. Что могут сделать MVP без Твинхед Дрэгона? Я знаю, там есть такие две заветные буквы в чат. Пусть них трон падает. У нас все, выходит у нас Марш. Интересно, что... Вырывается Сларк. Отличный вырыв от Сларка. Нападает и у нас... И купом. Да, к сожалению, не получится поставить Детвард, потому что в куполе... Он тут уже и не нужен, если честно. Да, отличная стяжка, очередная растянка. У нас идут также подсказки. Минус 5. И на месте MVP я писал ГГ, потому что нужно уже сосредоточиться на следующей игре, потому что сейчас это анал Карнавал. Фурион даже не летел у нас туда, понимая, что они 4-4 на... Он даже не ультовал в это. Тут на самом деле можно было, я не знаю, того же Вич-Доктора убрать, без него бы справились. Да, Войд подфармит, он на самом деле там очень скоро... Войду киллов не достается, он, знаешь, так отхлебывает, 2-0-12, у него огромное количество ассистов, но это ему не мешает быть 14 уровня и уже Мейлшторм заиметь. Сейчас будет 16 уровень, купол на 16 уровне будет продолжаться 6 секунд, ну... Да, самый жесткий, ну, один из самых жестких ультимейтов. И вот если посмотреть, да, вот где справедливость. Вот у Вайда купол ставится на 6 секунд, и он стоит... У него кулдаун 60 секунд с Аганимом, да? А у Нигмы блоккол 100... Сколько там, 240 или 180, я уже не помню. Вот у нас врывается на аппарат, начинает его бить, врывается у нас Войд, опять ставит купол. Нужно хоть кого-то убить команде VP, но они просто все дошли в купол, стоят они в очереди. В итоге очередь их подошла, нападает у нас на Вайда, начинает Вайда пинать. Вайда убьют! И где-то Дарксир, нужен Дарксир. У нас бежит Дарксир, да, у него есть... У него даггерна нет. У него нету даггерна, у него есть тяжка, вакуум, ставит, летит касочка и время... Время своего пацана защищает. У нас бьют Трента, Трента очень больно. Также у нас бежит Темпларка, но остановись, безумица, убегая, гонится за Маршем. Марш нужно тоже бежать, барабанщики включи. Реинкарнации нет, поэтому тоже таверна 100%. Барабаны, нет, Марш, юзай барабаны, не надо же умирать.
Тут, я думаю, барабаны бы против Сюджа и Таймволка не спасают. Ну, заранее. Ну, есть артефакт, ну надо хоть что-то с ним сделать, а то совсем грусть печаль. Ну, теперь графики изменились немного, да. Совсем с 2000 они просто прыгнули на 10 кусков, и теперь 12000 преимущество Arrow Gaming. Но в этой игре уже переворота не будет, его в теории даже невозможно. Невозможно. Ну, а что должно произойти, скажи там. Ну, Сларку надо набрать где-то, не знаю, 90 стаков. Из 90 собрать тебе супер башер. То есть, ты говоришь, 90 минут стакать, да? А Void в это время будет где-то... Ну, это единственный шанс, который сейчас реально видно. Я же и сказал, нет тут шансов. То есть сейчас, если мы посмотрим на Сларка, Сларк это действительно единственный герой, который может за счет личного скилла как-то аутплеить противника, но артов у него слишком мало. Из-за того, что он ставил на сложный, он получил очень мало фарма, и теперь он со своим Лотаром не удивляет вообще ни у кого. Ну, там, про разговор Энигмы, Black Hole и так далее. Да, то есть кулдауны. Black Hole можно сбить, я не знаю, чем угодно. Мимо муха пролетела, Black Hole перестал кстати. Попробуй сбить купол. Попробуй сбить купол и посмотри еще при этом на его рейндж, да? У нас открывается очередной расворот, уже ультимейт на одну Джакиру, но этого достаточно, начинают бить тауэр. И MVP вообще не хотят подходить. Они хотят, чтобы кто-то развел на стенку, на ульт аппарата, на ульт вещдоктора, но, увы... Это сделать не так просто. И в итоге бараки падают. Постепенно у нас падают бараки. И Arrow просто доминирует. Нужно врываться, ребят. Давайте, корейцы, покажите свой характер. Покажите минус хоть что-нибудь. Парка. Да, антипларк. Просто уже запрыгнули на нее в секунду. Вот, DDZ фокусить бесполезно. Там еще мека есть, он ее прожмет и все. Дерево зашел, 8 уровня, зарутал. Неплохо, ставится стенка. Ну и вот минус... От темпларки. Забирает у нас Дарксиры, также у нас преследует дерево. Дерево убили, врывается у нас Марш. У Марша нет ультимейта, он-то понимает и отступает. Врывается у нас Сларк. Сларк бегает в инвизии, сентре нету. Тем временем... Сейчас купол будет через 5 секунд. Да, будет купол, это на самом деле будет неожиданность. Тут Джакира старается вообще сделать хоть что-то, но на нее врывается Войт. Войт уже с Джалниром бьет очень больно. Оп, и... по троим. И все, да, приплыла у нас вся команда. Сларк в куполе не может сделать ничего. Войт его очень больно бьет. Тут еще Марш. Марш у нас тоже очень больно бьют. 15 секунд Марш надо жить, но... Ага. Увы. Что-то так бегают MVP, знаешь, из-за того, что они такие маленькие лова, это просто как конвейер, знаешь, как сыпется, знаешь, как десмод какой-то, как в кейсе. Ну и идут дальше. Начинают они дальше пинать этот миличный барак. Сларк, байбек, я так понимаю, да? И возвращается, пытается спануть Фуриона, да, прицепил. Фурион может спокойно улететь у нас. Да, Фурион спокойно улетает. У Вайда есть у нас таймволк, он убегает. И даже сбить нечем. Это просто такая печаль. Сбить может реально только Тинха Дрэгон и Врейскин, которые в таверне. И миличный барак стоит. И ренжовый барак стоит. Это недолго, я думаю. Не, ну 30-10. Более 15 тысяч преимуществ на 25-й минуте. Это очень много. Забегает Сларк. Мимо. Тут у нас Дарксир разводит всю команду. Его подцепить также тяжело. И у нас Гоинс Эрроу. Использовали смог. Бегут они на низ. Но лучше всего бежать в центр, поскольку там у нас голые бараки. Кстати, убить хотят. Обрати внимание на то, что Войд собирает. Вот, это, конечно, рефрешер? Да, он собирает рефрешер. Это, конечно, артефакт веселый, но не самый эффективный. Зацепил куполом. Блин, его мувспид в куполе, теперь это вообще забей. То есть раньше не хотели цеплять на другой стороне купола, а сейчас без разницы. Даже если ты краешком задел, ты на этом краешке через полсекунды. Да, и вот эта фишечка, это на самом деле очень лютая штучка. Да. Потому что это у нас сейчас потихонечку возвращается в мир доты. Вот. На International, я помню, он возвратился только один раз. Это в финале Венеров против LGD. И там он заехал вообще на ура, потому что это лютый герой. Если у противника большое количество кэрри, особенно миличного образа, если ему для победы надо бить, а у вас есть Войд, то вы неостановимы, потому что купол бить, как мы знаем, не дает. И у нас врыв по центру. Джакира продолжает дальше откидываться. Нет, у него макропиры. И я думал, хоть раз, блин, закомбинить бы с макропиры в кого-то. Чтоб прыгнул Сларк, прыгнул Джакира. И вот, Войд показывает, какой барак бить надо. Но вся команда на это ложила и бьет миличный барак. Войд у нас продолжает. Дерево старается, работает. Марш вообще боится пеньков. Отличный снова купол. Отличный купол. Врывается на всех, ставится стенка. Это Г-г. Минус 3. Это без шансов в салатину. Просто в салатину. Как же больно. MVP. Да, никаких шансов абсолютно тут нет и не было. С самого начала игры, не за минуту с пятой уже было все понятно.
Ну, очень много еще было понятно с расстановки, потому что с такой расстановкой, первый вопрос, зачем вообще в Рейскинг в этой игре? Вот зачем он нужен? Что он делает? Вот к нам пришел Иван, может, он нам скажет, что в Рейскинг делает. Да, я пришел анализировать. На самом деле, анализировать-то я тут не совсем понимаю, что. Ну. Потому что разрыв тут был просто колоссальный изначально уже. И в плане пиков, лайнапа, ну, по-моему, у MVP просто вот у них сегодня две каточки против Митра с Джакира заехали, они решили уже, пока везет, давайте мы Джакира всегда будем брать. Не, ну, Джакира я бы добавил, что Джакир это, наверное, самый полезный был герой вообще, ну, из всех, ну, всех, да, пятерых, которые были у нас у MVP. Сларк еще более-менее что-то делал, а остальные это вау, я все, что. Ну, просто вот какой план был, вот у нас берется тренд в Рейс Кинг и Джакира, но это не самая убивающая, ну, то есть не самая убивающая связка героев, в принципе. Даже там, или тренд Джакира Сларк, ну, не самые убивающие герои, то есть есть намного более перспективные трилайны, и, ну, я не знаю, что хотели MVP, но ничего у них не вышло по итогу. Да, пик был незамысловатый, грубо говоря. Я, например, знаю четко, что хотели MVP. Нужна вот была 6-слотовая тимпларка, ну или хотя бы 3-слотовая. Тренд у нас всех как там рутирует. Дрэгон туда забывает, рвается у нас Лёрик, Сларк, за ним еще тимпларка начинает втроем кого-то фокусить, но. А у этих АУЕ рассказывают. Подожди, а как они собирались вот остановить Купол Войда? Не, Купол Войда это действительно был вопрос. Может быть, они вообще не знали, что Купол Войда он вот так работает, потому что, ну, когда пикнули Войда, я был уверен, что люди будут набирать себе рейнджей, каких-то кастеров, не знаю, контроллеров, чтобы Войда останавливать, хоть что-то, чтобы можно было ворваться, там какой, знаешь, Шадо Шаман, дать ему хекс, потом дать ему сетку, еще закрыть вардами, чтобы его за этот фокус убили, там все что угодно. А в итоге я вижу, как люди пикают Войда, и эти давай под Войда набирать, знаешь, еще одного мили. То есть они берут потом еще Дарксира. Я просто смотрю на пик и понимаю, что Войд с Дарксиром 2 на 5 могут всю команду убивать там. Читать, что кудали, и все, и хорош. Не, на самом деле, вот по мне пик дерева. Пик дерева, он берется либо для ультраагрессивной игры в начале, то есть за счет Ливинг Армора ты можешь там где-то перебаковать немного, либо для ультрасейвового варианта, то есть ты можешь где-то перетерпеть, там подхилить вышки, протянуть какое-то время, чтобы потом убить. Для пик дерева, который второго уровня на 10-й минуте. От него пользы столько же, сколько вот от обычного дерева в лесу. Его можно тангусом сожрать, он больше принесет пользы, потому что тригенит больше хп, чем своим линкармором. По-хорошему, логично. Мы видим по ДПСу, просто, да, оцените разницу, насколько много у нас сделал Дарксир против 5 мили своими щитками, стенкой, и насколько бесполезны вообще были остальные герои. То есть Кэрри в Райскин, который стоял на легкой фарме, он вообще хз где. То есть, мне нравится Сларк на оффлейне, который только нюхал крипов, нанес самое большое количество дэмэджа в команде MVP. Показатель небольшой. На самом деле DDZ очень жесткий у Arrow Gaming, то есть он обычно играет на тинкерах, там, на всяких подобных героях. Тут он взял Дарксир. Ну, Дарксир против... По такого это вообще, да, номер один. Да, против этого всего дела. Но и DDZ, он реально показывает уровень. Вот это вот первая комбинушка, которая... Ну, казалось бы, типа, много ума не надо, чтобы взять, стянуть под купол, но все равно это выглядит все время очень эффектно и очень красиво. Первый раз, когда это удалось, там, ну, просто ж... Как он стянул вот именно... Ну, многие же просто стягивают там в центр, а он именно стянул на край. Ну, то есть там очень крутой момент, мне очень понравился. Ну и вообще, DDZ, как по мне, это самый ключевой игрок команды Arrow Gaming. То есть, да, они все хороши, но именно этот товарищ выделяется больше всех. Ну что ж, у нас небольшая рекламная пауза будет, я думаю, пару минут, пока команды зайдут в лобби, и мы вернемся к вам совсем скоро со второй картой гранд-финала азиатских квалификаций на The International. Никуда не уходите. С угрозой сказал. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков.
кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов. Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV.